столом. Сегодня занимаемся в центральном зале у Вячеслава. День сегодня прекрасный, делаем плечи. Начали. Первым упражнением у нас будут махи через стороны. Сразу большой вес брать не будем. Начнем с двадцаточек. Цепанули. Следующим движением прорабатываем передние дельтоиды. Будем делать подъемы гантелей перед собой, супинации ладонями кверху. Задней дельты сделаем два упражнения. Сначала поработаем с бигдеком, отведем ее назад, потом сделаем кроссовер. Прорабатываем заднюю дельту на блоках. Отлично чувствую задний пучок в этом упражнении. Рекомендую всем попробовать. Опасно, поэтому будем делать сейчас так, замнемся, сделаем соточкой, а потом рабочий подход. Делаем протяжку штанги широким хватом, добавим плечишкам ширины, делаем две ступени разминочных, потом перейдем к рабочему. Вторая ступень перед рабочим весом. Тяжеленькая. Диапазон у нас будет 8 повторений. 110 килограмм.
начали, потренились довольно объемно. Придерживался сегодня диапазонов 2-3 разминочных ступени и по 4 рабочих. Диапазон повторений 12-16. Считаю это оптимальным. На сегодня все. Подписываемся на каналчик и видосик лайкаем. Feeling broken, wasting away before my very eyes.